Депутаты 7-го созыва снова собрались на заседание. В их каденции оно было 127-м и наверняка последним. 10 сентября Тверь избрала новый состав городской думы, но он к работе пока не приступил. А это означает, что прошлый состав легитимен принимать решения. Часто бывает, да, что люди думают, вот выборы прошли, и все на этом закончилось, можно ничего не делать. На сегодняшний день у нас не сформирован состав новой Тверской городской думы, поэтому вполне логично, что депутаты действуют, которые были избраны в старом составе. Повод не ждать, пока вступит в полномочия новый состав, по мнению пока еще действующих депутатов, был весомый. Необходимость внесения изменений в бюджет Твери. На кону продолжение масштабного ремонта городских дорог. Нам поступило решение о выделении дополнительных средств на ремонт дорог в размере 214 миллионов рублей. Это принципиальный важный момент, потому что считаем, что дороги делаются качественно. Да, увеличились объемы в рамках ремонта тех улиц, которые у нас обозначены в программе ремонта. Соответственно, правительство Москвы согласилось выделить нам дополнительные средства, и мы их с благодарностью приняли. Данные средства – вторая часть финансовой помощи из Москвы. Большинством голосов изменения в бюджет были приняты. Впрочем, в ходе обсуждения звучали разные мнения. Народные избранники пытались разобраться в формулировках и уточнить, о чем идет речь – о гранте, о субсидии или о субсидии в виде гранта. Это чисто юридические моменты, которые пытаются прояснить депутаты. Никто, конечно, не против того, что выделяются дополнительные средства. Они идут на благоустройство города, на ремонт улично-дорожной сети. Есть вопрос в том, чтобы эти процедуры прошли законно и легитимно. Да, вопросы были, на них все ответы получены, в том числе из контрольно-счетной палаты, из прокуратуры. Дума действует в рамках своих полномочий. Вполне законно увеличила бюджет на сумму средств, выделенных из правительства города Москвы. Еще одним решением депутаты возложили ответственность за организацию публичных слушаний по проекту решения Тверской городской думы о внесении изменений в правила благоустройства города на администрацию муниципалитета. Первоначально этим вопросом должен был заниматься профильный комитет думы, но с учетом недавно завершившихся выборов его только предстоит создать. Поэтому время решили не тянуть. Юрий Бумбур, Илья Харитонов, Твериград ТВ.